предполагаю, что не ошибусь, предположив, что участие в этом финале для Иоанны уже хорошо. Мелитина Станюта, конечно, другой совершенно клинкор. Это лидер белорусской команды. По результатам последнего сезона безусловный лидер. Даже Любовь Черкашина она опережает. Кому как не ей бороться за медали. У нее есть все шансы бороться за медаль. Ай-яй-яй. Ну, держи, держи, держи. Чуть-чуть прям не успела. Да. Это еще шанс для Алии Гараевой. Прям чуть-чуть. Знаешь, как она мне нравится.